Мармелад чуть убачила. Королькова, ты на диете? Она всем расскажет эту историю. Какую историю? Давай. Давай. История то, что все едят вокруг, а я нет. Я тоже не ем. Йогурт не считаю. Олюшка, давай расскажи. Она всем рассказала про мармеладки, которые она ела. Что рассказать? Я себе была худой. Ваня с Дашей ели мороженое и мармеладки, а я не ела. Давай. А я не ела. Мармеладки я не ела. Мармеладки? Давайте все, рассказывайте, как вы сдавали сессию. Радуй. Андрей, это фейсбук. Андрей, вот, ну, отлично. Теперь понятно, почему она хорошо сдала. Андрей душу дьявола продал. Маш, ты не списывала? Да, не списывала. Она не списывала. Вообще ни разу. А я все сама учила. Все сама учила. Она отличится. Вы так не подходите близко к камере, у вас лица большие. Андрюх, секрет. Андрей, секрет твоей успеха. Постоянной фигуры. Я просто пикаю. Не присака. Оля! Оля, все, давай, рассказывай. Пару слов о диете. Вы сидите на диете? Диета номер 21 закончилась вчера. Ты говоришь, худой человек бесит худой. Знаете, с каким подсмыслом я сегодня сделала подарок на 14 февраля? Чтобы вы все потолстели. Я на фоне, так сказать. На фоне кого, так сказать? Оля, фоткайся со мной, ты будешь худой. Мне нельзя фоткаться с Машкой и прихлопну. Да, кстати. Вот это, знаете, как получается? Маша, пошли с тобой сфоткаемся. Танька, Танька, ты же ни разу не ешь, ты говоришь. Я тут сама стою. Где стоишь? Картон? Ни разу не ешь. На голову Королькова, ты очень близко подходишь к камере, и якобы не особо худая получаешься. Якобы не особо худая. Мы даже за тортом. Королькова, на диете сидишь? Да. А гамбургер хочешь? А я куплю. Хочешь? 11 лет. Расскажите свою историю сложную с этим. Нет никакой истории. Просто худею. Просто худею. А Ваня устраивает твою? Ваня устраивает, всех остальных не устраивает. Ладно. А это куда-то пойдет, да? Я YouTube. Андрюх. Шпор я не доставала. Шпор, какого шпора выпала? Вообще. Вот честно. Все были со шпорами, а я была без шпора. Не было ни одной шпоры. Писала все сама. Все сама, своим умом. Каким умом, я не поняла. Слышишь ты? Идет королева. Мало. Лучше бы не ела. Так желудок подразнила и все. Прихлопа. Чем? Вы занимаетесь спортом? Уже нет. Уже как 2 года. Видите, как она толстая. Да у нее нога тоньше моей руки. А раньше были еще толстые. Мягкие. У нее нога как... Моя нога как ее три. У нее мягкие. А теперь выступаю я. Меня, кстати, нет на камере нигде. Давай я тебе. Ты мы... Королькова, вот это, короче, Маша. Я знаю. Маша на тарелке. Рыли? Рыли? Рыли. Пару слов на английском. Убери слышать. У нас Полина не моя. Температура. Вон они. Аниме? Аниме. Видите, все ездят. А я не ем. А, я не матерюсь, очень хорошая. Елена Николаевна. Здравствуйте. Оля никогда не ест. Никогда. И она сказала, если бы она была бы худой, она бы ела все как приклон. А Маша мне сказала, что она и так делает. Я сейчас на вас обижусь. А еще она нам подарила киндер. Машка, короче, любимая, а Таня, как любимая. Так я одна, я одна, я свободна, да, я. Вот этот человек ищет себе вторую половину. Давайте, рост, какой у тебя рост? 1,160 м. Метр с хером, короче. Так тихо ты. 1,160 м. Вес? Да. Можешь назвать 2 раза меньше. Вес маленький. 45 кг. Меньше. Меньше 45? Ну, ее лишь не поднимать. 52 было недавно. 45-ка. Вот. Короче, 30-ка, да. Ну, короче, да. Вот, она ищет себе... Это просто самореклама, да? Да. Реклама. Она ищет, а это шлем надо, давай поженимся. Кстати, да, там это Роза. Давайте прям тут проведем вот это. Давайте, кастинг. Вот это, Бузеева буду, я буду сидеть там. Вот, она очень хорошая, она астролог.
астролог. Олесь, тут будет всегда твоя мама. Она знает. А, она знает, ну, мама. Хорошо. Что она курит? Она знает, что я бросила. Она знает, что она... Я а то не бросила. Вот. Она, короче, ругается потом. Очень редко, но метко. Очень редко? Очень часто. Очень редко. По теме, да? Лучше я не соскнусь. Короче, я... Нет, а в целом она очень красивая и хорошая. Не, она нормальная. Еще она клево танцует. Не, она нормальная, я нормальная. Можно что-то доверить, можно что-то рассказать. Конечно, никому это не говорит. Когда моя реклама будет? Ты уже замужем. Да, уже почти платье купила на ее свадьбу, ты понимаешь? Да? Я тоже хочу на ее свадьбу. А тебя не пригласят? Я тоже платье, там есть смокинг. Не нужно смокинг. Я тоже смокинг не приду. Так. Вот, ладно, следующая участница. Ангелина нашла себе пару уже, так что ее можно не... Может быть, когда-нибудь они скажут. Давай, давай, поделись. Ладно, все, я выключаю. Давайте. Все, стоп-кадр. Баба моя. Подожди, она тебе прям...